Мирный – это муниципальный лагерь для молодежи Северского района с активной гражданской позицией. Каждое лето здесь проходит несколько слетов, посвященных разным темам. В трехдневном молодежном форуме «Общественная безопасность» участвовали работающая молодежь, студенты, сотрудники предприятий района, молодые депутаты и активисты молодежных сообществ. В гости к ребятам приехал глава района Андрей Дорошевский и его заместители, председатель районного совета Владимир Захарченко, главы поселений. После энергичной зарядки гости и участники форума поучаствовали в интеллектуально-спортивных испытаниях. Команды угадывали предметы на ощупь, преодолевали препятствия, соревновались в меткости. После соревнований участники встречи собрались на местном Колизее, где поговорили о гражданской позиции, патриотизме и молодежных инициативах. Андрей Дорошевский рассказал о своем участии в конкурсе «Лидеры Кубани» и призвал молодежь активно участвовать в жизни муниципалитета. Я вижу, что молодежь у нас на самом деле активная, позитивная, целеустремленная. Нам, конечно, и администрациям, и учебным заведениям, конечно, стоит больше заниматься с молодежью, как было это в советское время, когда были наставники, когда были кружки, когда можно было прийти, поговорить, обсудить. В ходе беседы участников форума была возможность задать вопросы главе района и его заместителям, главам поселений. В свою очередь, молодежь рассказала о своих идеях и проектах по развитию района.